Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Минтруда предложил перенести выходной день с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, выходной с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря, а с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Если предложение министерства поддержат, то в 2021 году будут следующие праздничные дни. С 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, в мае с 1 по 3 и с 8 по 10, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. При принятии предложения россияне отдохнут на 2 дня больше, большинству такое новшество по душе. Празднику всегда рады, поэтому чем больше, тем лучше. Это как и молодых, так и нас уже взрослых радует. Но из-за пандемии мы, конечно, определенный период просидели дома, поэтому я думаю, наше правительство и правительство Рязанской области наверстает эти праздники. Прекрасно. Пусть отдыхают. Я очень рада. Когда мы были молодыми, с детьми все время приходилось отгулы зарабатывать на каникулы, чтобы с ними быть вместе. А теперь я считаю, что родителям просто повезло. Отдыхаем много, да, особенно в новогодние праздники. Правильно, потому что приготовление все-таки нужно какие-то сделать. Все равно, допустим, работники скорой помощи, ну, в общем, люди на передовой все равно будут работать 31 декабря. Я думаю, особо ничего не поменяется и не знаю, никак не отношусь, честно. Нет, неправильно. Это экономике очень вредит. Последние несколько лет на рассмотрение Госдумы неоднократно выносили законопроекты о сокращении новогодних каникул. В июне 2020 года глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году до 3 дней с 1 по 3 января. О принятии законопроекта не сообщалось.